Боже, что случилось с Вульфу? Неряшливый Вульфу. Вульфу, я же просила убраться. Я потом уберусь, мама. Вульфу сейчас же должен убраться в своей комнате. Я жил один. Тогда не пришлось бы убираться. Так, что же сделает Вульфу? Я переезжаю. Серьезно? Вульфу собирает вещи? Как не стыдно, Вульфу! С этого момента никакой уборки! В общественных местах мусорить нельзя, Вульфу! Без присмотра Вульфу начал мусорить и еще больше. Уходи, уходи! Если ты будешь везде мусорить, ты не сможешь жить в комфорте. Прости, я больше не буду неряшливым. Боже мой, Люси в опасности. Берегись, идет торнадо. Электричество выключили, поэтому будем пользоваться веерами. Как же пережить жару? Вульфу должен что-то придумать. Привет! Электричество отключили. Есть ли какой-то способ справиться с жарой? Как чудесно! Вы хотите себе такого друга, как пришелец? Нажми на кнопку 1. Остальные устроят бурю. Спасибо, пришелец! Пришелец, давай принесем вкусняшек.
Ой, Люси запомнила, что сказал пришелец. Смотрите, что же произойдет? Прости, я хотела полетать, поэтому нажала на те кнопки. Люси, я же сказал, что это опасно. К счастью, пришелец все исправил, иначе Люси бы сдуло. Я поняла. Ребята, запомните, нельзя злоупотреблять чужими вещами. Вульфу, Люси! Вульф очень расстроился, ведь его друзья пошли в школу. Пожалуйста, пусти меня в школу! Мама! Я их сделал сам для нового учебного года. Я хочу раздать их своим друзьям. Ура! Какой маленький, но важный подарок. Друзьям Вульфу очень понравится. Пока! О, нет! Из-за того, что Вульфу попал под дождь, у него поднялась температура. Пожалуйста, побудь в больнице, пока не поправишься. В новом учебном году будет много интересного. К сожалению, Вульфу не может сейчас быть со своими учителями и друзьями. Вульфу! Вульфу! Мама, я хочу в школу к друзьям! Вульфу, ты еще не выздоровел. Пока рано. Вульфу! Вульфу! С новым учебным годом! А это для Вульфу. Вульфу, выздоравливай, приходи к нам в школу. Вот бы я был там. Вау, сюрприз для Вульфу. Мы все пришли, чтобы поздравить тебя с новым учебным годом. Дружба, это здорово, да? Стой! Стой! Панда! Много фастфуда не полезно для печени. Так, сегодня у детей на столе много вкусного. Панду, тебе нужно есть и овощи. Ха-ха-ха-ха-ха!
О, нет! Пандо, есть много фастфуда вредно. Ну и что? Я ведь здоров. Нет, в фастфуде очень много жира. Он может повлиять на твою печень. Посмотрим, будут ли какие-то последствия, если съесть много фастфуда. Еда! Все за работу! Как одна печень может сразиться с этими парнями? Печень, ты не работаешь. Эй! Чтобы быть здоровым, нужно заниматься спортом и есть сбалансированную еду, как Вульфу. О, папа выглядит озадаченно. Вульфу! Нет, нет! Шапочка для душа для малышки. Папа, отнеси Джанни в ванную. Сначала нужно найти шапочку для душа. Зачем Дженни шапочка для душа? Нам ведь она не нужна. Я не умею купать детей, поэтому она мне и нужна. Посмотрим, как же справится папа. О нет, Вульфу нужно принять ванну. Нехорошо. Вода попала Вульфу в глаза. Эй! Только не это! Эй! Значит, купание Вульфу очень тяжело далось папе. Папа сделал шапочку для душа. Выглядит здорово. Получилось! Вот так нужно использовать шапочку для душа. Какая красивая! Можно взять? Я первая! Боже! Дженни попадет в глаза вода! О, нет! Прости, мы ее испортили! Люси, да?
Давай сделаем другую шапочку для Дженни. Вау! Холодильник полный шоколада! Какой холодильник лучше? Дети, соберите еду в поездку. Вульфу и Люси очень ждут предстоящую поездку. Я возьму в поездку много шоколада. Ага, Люси быстрее, чем Вульфу. Ладно, я соберу красиво фрукты. Итак, один холодильник полный шоколада, а другой свежих фруктов. Ребята выполнят задачу, поставленную их папой. Оставь немного для путешествия. Вульфу, помоги мне. Может, я смогу съесть немного? Люси, нельзя так много есть. Ну и еще чуть-чуть. Ой-ой, Люси не могла устоять перед райским вкусом шоколада. Ой, о нет! Папа с братом узнают! Что же делать, Люси? Боже, Люси обнаружили! Ты все съела? А что это? Что случилось? Я съела весь шоколад! Если съесть много шоколада, то будет болеть живот. Простите, теперь ничего не осталось для поездки. Ничего, ты забыла, что у нас остались фрукты. Смотрите, что это за автомат, с которым стоит Вульфу? Измеритель уродливости. Вау! Это автомат, как из титра в кино. Ах, какой у мистера Ску необычный нос. А может ли он измерить уровень уродливости? Вау! Вульфу может сделать суперуродливое лицо. Моя очередь! Нет, я буду первой. О, нет! Три, два, один.
Кажется, автомат сломался. Кажется, твое лицо вышло некрасивым. Не дразни свою подругу. Прости, Люси. Его забрали на ремонт. Я же еще не пробовала. И не стоит. Я все равно красивее. Что же сделает Вульфу? Измеритель милоты? Идите и попробуйте измеритель милоты. Вульф узнает, как быть креативным, да? Такой машиной Люси и Нэнси точно не будут ругаться. Вау, так круто! Моя очередь! Уровни вашей милоты равны. Хватит ругаться, хорошо? Да! Не прячься в чемодане, Люси. Один, два, три, четыре. Эй, Вульфу. Миссис Кэм одолжила этот чемодан. И скоро она к нам за ним придет. Продолжим игру. Один, два, три, четыре, пять. Ой, Люси подумала, что ее не найдут, если она спрячется в чемодане. 9, 10. Ага, знакомый хвост. Землетрясение! Если я найду Люси, то я выиграю. Боже мой, Люси так хорошо спряталась. Никто не может ее найти. Сдаюсь, Люси. Ой, Люси застряла в чемодане! Я победила! Я победила! Нельзя прятаться в чемодане! Это опасно! Посмотрим, что же будет дальше. Mm.
Слишком много фастфуда. Я хочу гамбургеры, а не эти овощи. А? Ваше высочество, вы едите слишком много фастфуда. Я король и приказываю вам сделать фастфуд. Вау, будто это рай фастфуда. А? Вы слишком много съели. Давайте займемся спортом. Нет. Король, сдавайся. Боже мой, во дворец ворвались два убийцы. Боже, во дворец ворвались два злодея. Я больше не могу. Ситуация ужасная. Что же делать королю Панду? Я! Ты слишком тяжелый. Тебе от меня не убежать. Ура! Вульфу победил убийцу. Ваше высочество, вы поняли, как фастфуд может вам навредить? Чтобы быть здоровым, нельзя есть много фастфуда. И нужно заниматься спортом. Ой, что происходит? Люси любит только Эми. Люси все равно не будет это есть. Она любит только Эми. Люси больше не хочет дружить с Каспером. Да! Люси очень любит Эми, да? Каспер, конечно же, очень расстроился. Каспер! Не трогай меня! Люси не может тебя оставить. Она тебя так любит. Люся любит Каспера. Каспер! Oh!
Оказалось, что Люси участвовала в конкурсе рисунков, чтобы помочь Касперу собрать деньги на новые игрушки. Давайте всегда будем хорошими друзьями. Да!